Мой сад в июле. Сегодня на дворе 30 июля 2016 года. Брызгалки работают вот такие. Поливают сад. Сад цветет, благоухает. Немножечко опоздала. Нужно было бы неделю назад снять, потому что цвели лилии. Сейчас они практически отцвели. Но зато вот такие флоксы. Сиреневый, розовый, клематис еще цветет. Вот такая красота. Рудбекия. На заднем плане флоксы белые, золотой шар, прелесть. Сейчас пройдусь вдоль этой дорожки быстренько. Вот, вдали флоксы. Вообще роскошь, просто роскошь. Вот такой мой сад в конце июля. Здесь тоже работают брызгалки. Вот так. Хосты цветут. Гортензия. Ну, гортензия уже, конечно, в основном отцветает. Уже соцветия не белые, а зеленые. Вот опоздала немножко снять. Но все равно красота. Неимоверное. Вот так. Сейчас обойду с другой стороны. Вот такая вот арка из девичьего винограда. Сейчас все поливаем. Вот такие хосты громадные. Вот еще разочек к хостам вернемся. Качели. Вот такая красота. Обложили кирпичом вот этот вот водоем небольшой. Раньше он был обложен просто камнями. А сейчас кирпичом, оставшимся от дорожки, мне кажется, очень красиво. Вот. Туй до небес. Это барабант. Наверное, и все.